Так, пристабов есть, лапа есть. Сейчас поесть надо только. Рыбу все покушали? Запакую всех и версикал, пока еще не поели. Теперь поели. Поехали. Нихуя. Че? Ну, задом был. Змея. Охуели. Так, я сейчас яд перемажу себе. Уже на изготовку берите на рот. Пойдем, пойдем, пойдем. Я нажимаю, давайте в воротах ты должен заходить. Погодите, вы? Я помню вас. Это было в горах. Но вы? Что это? Где кто я? Кто вы, мой повелитель? Зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы убить тебя? Их нужно остановить. Справа, справа. Стоим справа. Стоит. Тоже справа. Слева, налево, налево. Ладно, Духа, говори ты. Стоим. Кастуют. Стоим. На другую сторону. Продиспельте его, блядь, чем. Нечем, ладно, хуйся. Давай пули его нам. Обновли объявление. Можно обменять долларами. То есть, а может Т8 обменять. Долларами появилось. Кстати, написали. Сейчас получается... Ну, они NPC добавили, блин. Да-да-да. Сейчас получается, я пулю в следующий пак и сразу вверх, да, поднимаю? Да, со всеми мобами наверх. Можно быть, у меня бурсты откатились, блядь. Нет, они добавили NPC, потому что мы вчера выбили токены, а поменять их не у кого, блядь. Давайте потом поговорим. Наверх, 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 ребята, чё вы там, блядь, стали? Ёбаный рот, блядь. Дох, сейчас сдохнет, прожмись. Отойди, Мося. Что у вас нахуй не получается? Тут надо ходить кучей, блядь. Пист, отойди, пожалуйста. Сдохните уже нахуй. Я мне сам даю за это. Я молния бьет, прист, блядь. Сказали, сейчас собирают всех мобов, подаваемся наверх. Мося стоит внизу, блядь. Ты же говоришь, ты все знаешь. Ну нахуй это говорить, если ты не знаешь нихуя. Вообще-то быстро. Стоит, кастует. Нахуй ты там кастуешь, если надо наверх пойти и залить их быстро всех. В идеале вообще в комнату должны зайти вот этих мобов первых собрать и со всеми ними, блядь, подняться, добежать до того моба, блядь, и запиздить их всех кучей. Я могу это сделать? Тотя док, щит какой-то не тот. У меня мастерства не хватает, я не могу его. Так соки туда въеби, там два камня, блядь. Надо. Ромыч, ты смотри, когда тебя молния начинает пиздить, отходи. Ты сейчас упал тупо из-за молнии. Столбы, видишь, вот эти, блядь? Вот если молния с него летит, надо съебаться на максимальный рейндж. И друг от друга рейндж держать, соответственно. Нет еще вендора. Да это не вендор, блядь, это должно у продавца появиться, блядь, чтобы менять Т8-1. Нет, своих надо отходить, а, блядь, вот видишь столб, он кидает в него молнию. От столба к тебе идет молния, тебе нужно отойти от столба, а не от людей, от столба. Жи был уже.
Пристабав лапу. Таргет, ну, дисплеем снимаем, уж одну метку ставим. Он, может, не знает, как да, называется. Относительно только обмена и все остальное. За очки доблести недоступно. И будет недоступно еще долгое время. Так что забудьте нахуй шмот за одебли, пацаны. Слышишь, это самое. Может, он, ты вот говоришь ему таргет, а он хуй знает, как это называется. Называется рассеивание заклинаний. Открой книгу там, вытащи. И моба выбираешь левой кнопкой мыши и нажимаешь рассеивание заклинаний. С пробудителя будет сниматься. Ну так этой хуйней надо диспелить. Блядь, этой хуйней диспель точечно. Да. В таргет, кого бьют, сразу в него два раза диспел. Классно, с него все слетело нахуй. Там щит просто 180 тысяч, его не пробить. Поехали. Сейчас сдох, собирают всех мобов, я даю на пул, он дает шоквей, старфол идет, блядь, заливаем их быстро, блядь, этих мобов. Потом бежим к здоровому. Наверху точно так же, пока он всех не соберет наверху, я на него не напулю, никто их не бьет, блядь. Толкаски, сам отстаю. Кто это? Справа стоим. Поменяем. Слева, налево, 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 налево. Заливайте этих мобов на ходу. Да. В ноги зайдите все. Там два моба очень далеко стоят. Отойдем. В ноги зайдите все. Два моба стоят. Да я вижу, блядь. За дот айти. Все, заэвейдилась хуйня. Отходим, отходим, отходим. Красные ушли. Отходите, отходите. В эту, в оранжевую. Там отстоит. Дай за его. Все, стоим. Все, сдохли. Что за хуйня, блядь? Не, все-таки их нужно пиздить, а не вести их сразу. Ну вот видишь, они от тебя отстают, блядь, они кастуют. Да, вот, которые кастуют их. Этих кастуют, которые запиздить первыми и бежать. Все. Ой, блядь. Короче, тут нельзя вообще проебываться, тут все идеально надо сделать. Егор, не стесняйся дланью возмездия пиздошить мобов. Просто, блядь, улетай по КД и херачь, она без ГКД юзается, вообще заебись. Слышите это? Что? А, ну, ну, блядь, новости Сирус скоро почитай. Типа, менять можно? Короче, да, но в Ender ZLD, короче, написано будет еще не скоро. Печально.
Понятно, хули. Я вам говорил, что он появится тогда, когда он уже будет нахуй не нужен. Антон, сейчас всех мобов собираешь в кучу, к РДДшникам подходишь, даешь им стан, и мы их разваливаем мгновенно, блядь. Грозой, Старфолом, Семкой. Ну вот как вначале ты их сагришь и... Да, в середине комнаты где-то ставишь, блядь, и мы их убиваем, чтобы не растягивали. Крыло, кушайте. Поехали. Все тут. Да, я могу распустить его. Званые гости, вы заплатите. Что у меня на маунтах? Погодите. А тут бывает, да, вчера тоже забагилось. На маунтах все были. Ну, ходи туда, я уже докастую. Вы? Что же это? А приз тут? Заряжает шар. Зеленый. Зеленый. Другую сторону, другую сторону. А нет, 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 нет. Бал. Теперь точно другую. Другую. Налево, 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 быстрей. Приезжает. Хорош приз, молодец. А это, блядь, там две цепнухи прилетело. Мы просто любим, блядь, понимать, что надо давать сразу какой-то контроль. Я не знаю, я, блядь, не могу все анонсить, нахуй, блядь, на каждого вешать метку. Тут по два пробудителя, если выходит, нам пизда. У одного хочешь скинуть, или, я не знаю, там, контроль этой хуйню, и как она называется, блядь? Паладиновская, блядь. Ну, покаяние это кинул. Просто я даже смелше не успел докастовать, мне, блядь, поебал удалил. И стан получил. Наверх, 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 все наверх. Тренируемся, блядь, блядь. По идее, у вас шотнет скоро. Шотнет. Все уже, блядь. Короче, это все хуйня. Пошли на фрею, я ебал в рот. И карусели, блядь. Никто раму собрать вообще нахуй не может, что делать. Тут внизу на арене надо, знаешь, как делать. Не надо ренджу набирать. Наоборот, надо всем бандой ходить. И отбегать, перебегать, чтобы один анонсил. И вы мгновенно все перебегали. А сейчас приз задержался, его сразу же шотнул. Его шотнул. Пробудители шотнули его. Не был мне это со столба, блядь. Два моба вышло, и они дали эти, блядь, криты, ну, по нему. Да, не слишком охуевшие эти мобы, блядь. То есть мы дали две молнии по, получается, 1.8.5, второй 8.3, и его еще, типа, блядь, раз накрыло цепнухой на 5.9. И все, его убило. Ой, блядь, а как тогда проходить эту хуйню? Ну, блядь, только... Я думал, надо выровнять руки молотком, нахуй. Одеть очки, блядь, чтобы что-то видеть, нахуй. Тогда может что-то получаться, блядь. Это одно из. Но просто предыдущий трай у нас всегда по одному выходило, поэтому тут проблем не было. Че, чистим ублюдков-то? Спекайся в ШП. Дох в танка. Так я стою. Блядь.
Слепка. Я это перестарался. Добью медведя. Не гордый, да? Да счета вообще нет. Жить охота, блядь. Тут забафали. Здесь драконы. Какие-то рахиты, а не драконы, блядь. Короче, сейчас вот этих мобов слева еще бьем, вот возле речки, которые вот эти цепь цветков. Короче, босса будем бить вот тут. Точнее, босс будет стоять вот тут. Вот тут, где я стою. Весь рейд, соответственно, стоит, ну, там, на РНЖ. Во время боя с боссом будут появляться мобы, такие цветки, которые не контролятся. Их просто надо залить. Потом будут появляться три элементали, блядь. Надо их залить одновременно, потому что если их одновременно не залить, то как бы нихуя не получится. И потом там еще какая-то хуйня будет появляться, третья, блядь. Там надо под гри будет заходить, чтобы там что-то или диспелилось, я уже не помню, блядь. Ой, это рассказ, я не помню. Ну, сало дается от дерева аура. Под гриб надо заходить, чтобы не было ауры. Всем, и танкам, и хилам, всем. Ну, типа, танк с боссом в одну сторону, а с деревом второй танк и рейд в другую, в другой гриб. Где грибы? Грибы будут вырастать. Они вырастут. По-моему. И маленькие мобы, которые 10 или 12 штук, их надо по одному заливать. Если 2-3 одновременно убить, то взрыв по рейду идет. Но там у них ренжа, да, там какая-то есть, 15 или 20 метров. Они типа лопаются и наносят урон. Угу. Так, кушайте рыбу. А где босс? Покурите. Я что-то не вижу. Вон она стоит. Вон рядом, которая. Или нахуй. Я правда не знаю, почему она там стоит, она должна тут нахуй стоять. Покурите 3 минуты. Я сейчас подойду. Что за хромота? Что-то это не убивает древний. Он тут, типа, он, видишь, дерево стоит, я на него звезду кинул вдалеке. Тут таких 3 дерева. Каждое дерево усиливает либо трэш, либо босса. Либо и трэш, и босса одновременно. Там типа одно дерево дает 50% магического урона, 50% физического. А второе дерево дает 50% магического урона боссу. И третье дерево дает 50% физического урона боссу. Сейчас будет весело. Ну да. Да по идее этот, блядь, ДПС хватит. Там, короче, прикол в том, что на Фрейе будет дохера бафов, которые ее хилят. Вот. И чтобы ее убить, нам нужно скинуть с нее эти бафы. А для того, чтобы скинуть с нее бафы, нужно убивать этот самый трэш. Там типа за одних 25 снимают, за других 2, за третьих там еще сколько-то. Стаков. Ну, самая это, блядь, наша первостепенная задача будет такая елка вырастать из земли. Это, блядь, ее убивать. Ну, просто, блядь, с двух ног у нее влетать, чтобы. Ну, типа, если она будет долго стоять, она фрею отхилит на 15%. А если на ней много стаков, то больше.
Ну, сейчас посмотрим, я его тут был последний раз, я знает когда. Да, с печатью повиновения тут попизже будет. Единственное, тебе иногда на печать праведности придется переключаться, чтоб лишний раз не уешь. Потому что Польшей ты тут дамажить сможешь только в конце, когда мы с нее стаки собьем. Да, тут еще надо корни с людей разбивать, будет в корни брать, их надо будет разбивать. Тут дохуя чего в ХМ режиме, блядь. И это вообще пиздец. Так, я тут. Ну, тут типа нестабильная энергия вейдится этим тотемом и сопротом. Сущность увеличивает силу заклинаний Фрей и ее союзников на 50, так нахуй. Железные корни, там типа охватка корней наносит 9200 урона от сил природы раз в 2 секунды, пока цель не вырвется. Если разорвать корни, типа цель освободится. Понятно. Это ой, ты тут. И еще способность дрожания земли, то есть наносит 9800 физического урона всем противникам в радиусе 50 тысяч метров, прерывая заклинание. Дрожание земли. Короче, когда белки выйдут, мы начнем их заливать. Что-нибудь массакру ебаните, когда у них там уже лоу хп будет, на всякий случай, чтобы подсейвить. Войт, ты мне скажи, напомни, блядь, вот эти деревья ж не сагрятся, когда мы ее спулим? Нет. Они просто ей бафы и способности дополнительные дают. Все, это значит так и должно. Это дрожание земли, это что за хуйня? Это то сало, про которое ты говорил? Это другая какая-то хуйня, блядь. Я просто ее первый раз вижу. Я просто не пойму, мы сейчас из нее спулим. Цветы у тебя ебаные не сагрятся, блядь? Можно. Можно если проверить. Объем. Ладно, давай. Давайте, короче, сейчас может, чек может, даю. Может, все цветы попроще те убить, подойти их убить. Давайте, может, убьем. А то, да блядь... не сагрятся они, нормально все. Сейчас они сагрятся, Артем, я приеду и всеку тебе нахуй, блядь. Проморну так, что нахуй экран подключен, ты понял, блядь? Ну, жестко. Давай я сагрю, все, я пошел. Ладно, кто на боссе будет? Ну, давай ты, Войд. Дох пускай на моба. Я приеду, только задам один вопрос. Тебя луснуть или шамарнуть, блядь? Ну я же эр-шаман, значит шамарнуть, наверное. Что скажете, когда начинаем? Давай, поехали, все были готовы. Ляя какой, видишь? Ну, если что, ее бить сейчас не надо. Ее бить не надо, блядь. Я просто сейчас на ней, блядь, наберу этот. Так, вот этих кливаем. Корни с Мосси, убей эти корни. Есть. А ух, вот блядь. Это, а вот это стоп-каст надо было, как на Игнисе. Это дерево вот это убиваем, да? Ага, ну дерево, да. Ну, по идее, сейчас, наверное, смысла нету, оно же все равно фуловое. Оно ее прислужников лечит. Есть смысл. Не, оно его лечит. Да, вот. Вот этих мобов надо убить одновременно, да, по-моему? С луча выходить, да, стоп-каст. Там что-то отведите было написано. Стоп-каст. Со столба света выходить надо. Так, у меня уже что запиздило, блядь. Не БР, типа, надо, блядь, понять вообще, что происходит. Вот я не пойму, вот этих троих, что ушли, это их надо одновременно же запиздить, правильно? Да, да, да. Их троих одновременно. Все, и тогда, получается, они вот эти трое выходят, я напуливаю на дога, и мы постараемся их всех одновременно запиздить. А вот эти пиздюки выходят, вот эти мелкие, их надо просто закливать. Нет, нет, не надо одному. Их кливать. Их нельзя кливать, они дают АУЕ взрыв. Есть... Это я знаю, я имею в виду, ну все равно их одновременно всех не запиздим. Я имею в виду, что просто их, блядь, АУЕ бить. Да, потихоньку, по одному, а потом лопать, блядь, да. Да, по одному. Так, а потом, что еще, какая фаза будет, что там еще? Ну и третий моб, это просто дерево выходит большое, и он это, грибы вызывает. Надо под грибами прятаться. О, она идет на свое место, слышишь? Давайте, может, подобьем трэш, чтобы из-за речки там не прибежал. Они, видишь, откидывают, хуй знает, как получится. Ой, давай. Пару пальцев. Заходите, все депортируйте. А нет, я понял, если ты каст не столкнул. Ты мне сейчас скажи, мне ядик намазать, чтобы я, блядь, веером на всех урез хилах уярил или нет? Ну вот это я хуй знает. Ну давай сейчас просто прочитаем.
Мне страшно из дивана выходить. Ну просто, блядь, если оно, блядь, хилится все, то, скорее всего, пусть, ну, урез хила лишним не будет, это точно, блядь. Так. Да, я думаю, что не надо, потому что хилится только босс, по сути, во всем этом. То есть все это, блядь, физуха. Вот только приливная волна больно надамажила. И стабильная. А, ну, в принципе, вкусно. Ну, тотем от сил природы не надо, как я понимаю? Не, надо. Надо? Вот, которая нестабильная энергия природы бьет. Грозовой удар, там еще какая-то хуйня. Ну, вот пишет, что он восстанавливает 30% и ее прислужникам. Вот этот дар, это елка, которую он вызывает. То есть просто надо этот, блядь, танком... босса и весь трэш к этому, ну, типа, появилась елка, подвели к елке. Появилась это, чтобы, блять, разбахами и прочей херней убивали. Ну, дерево надо сразу убивать, потому что оно хилит пиздатое. Ну, это которая на третьей фазе, типа, ну, третья волна, кого она призывает, ну, правильно? Да, она... Какая волна, вот дерево вылазит, его надо сразу сливать, потому что оно... Короче, мы сейчас попробуем, блять, я не знаю, там... 5-7 раз, блядь, в хейме ее ёбнуть. Если не получается, хуярим деревья, блядь, убиваем в зимоде, блядь, и идем дальше. Да и мне что-то кажется, что в 3 хила надо будет. Надо подальше. Дамаг, что мы сейчас, если что, мы с шипой спекнем тогда. Лучше спекнуть, потому что дамаг ебанутся, это еще начало только. Да, там... Рома, спекайся тогда сразу, блядь, не там терять время. Там сильно пиздец ебашит, в смысле. Там надо еще с этими, с мелкими пидорасами как-то разобраться, чтобы их танки поделили и просто вытягивать там по... Нет, они не таунтятся. Они не таунтятся, они человек, просто надо запиздить и все. А, смотри, шкафуй. Они же как-то агрятся. Они бегают просто как ебанутые. Они кого хотят, того выбирают. Не, они должны агрить. Они меняют цели, меняют. Они так бегают, как верпезины просто и все. Просто надо, чтобы танки стояли, ну, то есть, чтобы истрить подальше от босса стоял. То есть, танки вдвоем там стоят у босса, бьют его. И когда все это вылазит, это дерьмо будет вылазить, танки будут агрить. А мы потом начинаем бить потихоньку. Не надо стоять в куче под босса. Так проще. В куче под босса мы бегаем всякую хуйню, лауешим, блядь. Как мы будем ее бить иначе? Не, РДДшники, чтобы стояли. Не, в том-то и дело. Надо вообще максимум дистанцию брать. Мы когда били, я как, ну вот я на циркуле когда бил его, хотя два раза... Блядь, как миликом дамажите, чтобы, блядь, брать... Да не милики, а остальные, Денис, блядь. Мы сейчас стояли все одним пивом. Ты на меня орешь, блядь, он сказал, всем нахуй. Нет, даже милики. Туда нахуй, если вы хотите убить в хардмоде, вот как мы били, блядь, даже в 277 шмоте мы били, блядь, в хардмоде этого босса. Мы просто стояли весь рейд отдельно от босса. То есть тупо танк стоял и держал этого босса один. И босса никто не трогал. Мы стояли далеко от него, и мы просто этих мобов потом убивали потихоньку, и все. И спокойно выстаивали этот хардмод. То есть тупо. Давай, стояли... Бой, сейчас агришь босса, блядь, это под куст нахуй отойдешь, а мы будем сюда выдергивать мобов и пиздить их. Давай, пуляй. Ну, да, а, да стой, подожди, стой, приставлю, присумонили. Есть. Единственное, просто надо стоять, да, вот этих три элементаля, вот насчет элементалей я сам не помню, честно сказать, то, что мы их одновременно убивали, это я не помню. Их надо одновременно, потому что они резнуться начнут. Ну, что, пулять? Вот это, да, это единственная проблема будет, остальное, да. Это хуйня, и все это надо держать на дистанции. Войд, агри ее, никто ее не бьет, отводи ее нахуй туда под куст, вот там, где сейчас стоишь, все, да. Стой там. В шкаф, встаньте все и все. Ну, под гриб. Вот дерево грибы, вышло. Грибы пошли, все под грибы прячьтесь, вставайте под грибы, корни убивайте. Корни разбейте на мне корни, быстрее. Все, убиваем гриб. Это, фу, блядь, моба убивайте большого. Скоп-каз, блядь, там вообще. И дерево, блядь. Каст короче, стопнули, я... да? Он по крип да. Закинул вот этот столб света, блядь, и мы все там сдохли, но... А ты в любом случае под грибом будешь, блядь, сейчас. Не, да? Ну он кинул свет туда, понимаешь? Это, блядь, свет... просто, сука, повезло так ему, блядь. Мозя уже там поддал, нахуй. Следите за этим столбом, съебуйте сразу с под него.
Он ДБМ орёт, блядь, на весь экран. Сибить. Блядь, съёбывайтесь под другой гриб, ребята. Просто не надо туда бегать, блядь. Если вы этот мод бьёте, то смысла нет там возле босса торчать. И чё, вот мы будем бить вот этот трэш, вот эту хуйню всё заниматься, и до каких-то пор, или что? На боссе да, висят да. 150 стаков. И эти стаки пока стаки босс. Не закончатся, бля, будем бить трэш. Вычитаются какие-то стаки, пока мы бьем трэш. Вычитаются стаки, когда убиваются определенные мобы. Определенное количество стаков вычитается. Короче, нам надо пережить, блядь, получается, всего 9 волн. Три там... дерева, блядь, три элементаля, ну, три волны, и три вот этих мелких пиздюков. Не факт. А когда мы все это переживем, он их в разном... тогда вот снес эти стаки. Он их в разном порядке. Ну, я тебе вообще говорю, суть, 9 волн. Вот ну, там, там за разных мобов разное количество вычитается, то есть за дерево. Сейчас внимательно послушайте, нас убил гнев природы, заражает одного противника на 10 секунд, кто-то не вышел. Гнев природы, да, прочитаем. Это на человека вешается и ауешит, да? Да. У меня что-то пиздило по 5000, блядь, а выглядит оно как откидывание у шамана, блядь, у Элема. Ну да. Дебаф, свет, грибы нахуй. Что там еще? Короче, блядь, хардмод тут, ну, тяжелый на самом деле. Тут надо, блядь, ну, я не знаю, очень грамотно использовать позицию. Да, написано, гнев природы, гнев природы на запакую всех. Это ты не вышел, рак. У меня второй раз, на меня второй раз кинулась эта хуйня. Я уже видел, я кошем просто потом надо было убежать, да, под другую грибу, все. Пишется ДБМом, если просто вот смотреть нахуй по центру экрана, то можно вообще все нахуй это все видеть и все предотвращать вовремя. Смотреть по центру экрана? Ну да, это как люди в комнате влево-вправо отойти не могли, блядь, сначала. Ну реально, тут давай, ДБМ, гуляй. Все нахуй, надо только, блядь, смотреть за ним. Баф-то дайте там, приста бафы, не? Есть. У меня нет. Дайте, да, поднесу приста баф. Послип коту. Да не ходи, да, не бейте. Пусть там стоит один. Вот опять это дерево ебаное, блядь. Выдергивай его до. Под грибы прячьтесь, блядь, все. Луч, следите будет, за дебаф. Если будет луч, под другой гриб беги. Телтейл дрин. Луч, вышли, луч. Вышли, вышли. Другой гриб бегите быстро. Тут елка. Елку надо сливать. О. Мне надо этот. РДД, дайте что-нибудь по елке, блядь. Ладно, я сбегаю. Корни на мне, блядь. Корни разбейте. Корни сразу и елку. Прис, не подходи к рейду. На мне. На мне, отошли от меня. Попробуй, кош, попробуй. Гриб. Не снимают. Он типа во время от этой хуйни сало кидать вообще нихуя нажимал. Мося, мося. Бегу, 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 убегаю, убегаю. Прис, отойди, или кто же? Прис. Под грибами прячься, потом уже вот следующее, все. Сейчас надо максимум залить мобов, но не убить их. Это, залейте АУЕ их, и потом потихоньку, блядь, на мне кортится. Мне кажется, это нереально нахуй с нашим гиром, блядь. Ну да, да. Это тяжело, мы ну ты посмотри ДПС. Ну, типа, вы по семёре даёте, 7-8, ладно. Вот если бы у 5 человек, вот сколько? 3 хила, 2 танка. И 5 человек давали 7-8, то тогда это реально, блядь. А вот... Ладно, вот блядь, убиваем деревья. Короче, и... делаем изимот, нахуй. Смотри, вот он просто... Убью. Просто разговор, это всё, конечно, заебись, но Мося 3К, Асмодей 4, там, ну... Танк. Они всали, да смотрите, за дерево снимаю 25 стаков с неё, блядь. Когда я только бегаю, я вообще не понимаю, когда я бить должен. Я бегаю, что-то прячусь, выношу. Можно я подерусь немножко, пацаны? Кстати говоря, мне кажется, что Алгалона включат после йога. Скорее всего, или включат всех троих одновременно. Да, 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 вместе, наверное. Алгалон, йог и Везекс всех троих включат. Ладно, сейчас, короче, ебашим изимот. И пойдем пощупаем Мимирона, посмотрим, что там все происходит. Я думаю, в изимоде мы его должны запиздить тоже. Изимод просто... Починились все. Деревья убьем. Да, тебе запиздим, и все там. Ставим ставки. Кого-нибудь из танков запиздошит, кара или нет.
Запиздошь, блядь, стоять, ренджой, блядь, забрать. А ты стрим включать? Короче, сейчас будем пиздить первого вот этого дерева, который стоит справа. На него череп поставлю. Сейчас убьем, блядь, трэш, который тут прилагается, если есть такой. Если нет... Короче, бьем просто босса, блядь. Когда на нем появляется баф, который увеличит урон на 200%, второй танк стоит на максимальной рендже от первого. Ну вот, грубо говоря, Дох, ты стоишь вот тут, где я стою, смотри. Видишь? Да нет, далековато, вот тут где-то. Войд его танчит там, где он и стоит. Когда на нем появляется баф, ты его танчишь на себя и с ним съебываешься так на ходу, бежишь сюда. Войд, соответственно, бежит за ним и потом таунтит его на себя. Ну, то есть, короче, чтобы он просто этот момент с этим дебафом побегал. Понял? Сделайте так пару таунтов туда-сюда. С него баф слетит, и мы его пиздим дальше. Чисто его покайтить надо будет таунтами, и все. Понял? Сейчас посмотрим, что он делает. Он сейчас били на хеймке, получается. На мне вообще просто корни были, потом кто-то был с дебафом, еще и луч въебал по мне. Все разом, под один гриб въебал. Блять, ну тут в таком гире, блять, когда тем более мы только первый раз сюда пришли, сложновато, блять, на некоторых боссах делать хейм-моды, блять. Даже вот... Просто вот урон по корням, все. Это, блядь, вот результат, нахуй, того, блядь, кто вообще эти корни бил, а кто на них даже ни разу боту не кинул. А кто хуй забил, блядь? А если, блядь, метку выносить? Просто это, единственное то, что вот я тебе скажу так, но я... Ладно, это все заебись, но время идет. Давай. Пул 277 шмоти, рейд десятка был. Один хуй, блядь, мы потели, чтобы сделать, блядь, этот хэм-мод. И за дебафом, Дох. Стоп каст. Ну это, по-моему, не рановато, да, ты собрал. Надо было. Забери обратно. Я говорю, когда баф на нем появится, тогда дернешь, чтоб. Пораньше чуть можно говорить, стоп каст. Сука, ну сам смотри, дрожание. Вот кастует. Видишь, не видишь? Нет, не видел. Да не надо забирать, Дох, блять. Он думает, что каст, когда надо забирать. О, вот этот каст. Он все-таки сколько стак. Не бейте никто. Не бейте, не бейте, не бейте его. Там рефлект нахуй ебучий. Блять. Дох, ты что, Галаран побежал? О, а чем его сбить нахуй, блять, с него ебать? Ну вот сейчас они пропадут. А, по времени, все, ждем по времени. А он не диспелится? По времени. Все, погнали, бей. Бьем. Че, не видите, что ли? Дрожание земли, когда кастуют, стопкайте каст. Я удивляюсь, как люди не видят, что моб босс кастует, блядь. Опять. Это когда другая хуйня. Ага, урон просто, просто прожил. Забери, 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 забери быстрее. Все, бьем. Печати не собрали же еще? Нет. Стоп каст. А не, это кулак. Нет, это забирай кулак. Дох. Забери Дох. Он просто сильнее бьет. Кайдите его, кайдите его. Ну там 250%, он разорвет сейчас нахуй. Останьте ренджой, что вы делаете, блядь? Стоп каст. Ренджой я имею в виду танки. Дох и Войд. Уже добили, блядь. Ой, можно прерывать каст. Даже сбивается, охуеть. Красава. Ну не все, блядь. Я сбил. 30 ОД, нихуя себе, живем, блядь. Парни, да, не били, блядь. Срезайте этого Асмодея. И надо, блядь, вот это трэш сейчас цеплять и убивать. Только Фрею аккуратно, блядь. Выдернуть вот этого большого. Остальное там сейчас как-нибудь под этот, подагрим, блядь. Не все агрится. Да я не сагрится. Так, давайте как-то этот трэшик аккуратненько. Опа, опа, все, 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 иди сюда, Дух.
Опа, там на Юву это жерелька. Где нахуй? В крипе по ассисту. Давай, чекай, прям. Давай. Лапа тебе? Да, вот, сейчас, понял. Я тут не мог. Все, забираю. Это Денису отдать сейчас. Рано рассвет этот. А, кстати, кто у кого сбор травы есть, можете моба, блядь, по этот. Поразбирать. А что с них падает, кстати? Ну, трава там, а спит, блядь, лечит цвет, всякая хуйня. Ну, нормально. Тотем очищения. Ебань, какими-то брокколями стреляй. Ёбаный рот. Слёзы, выйдите там, мильки. Она типа друидовская, но не друидовская хуйня била. Ага. Ну, при получении. При получении, красиво. Так, а кому-то надо, блядь, такую штучку, блядь. Не знаю, кому-то Шамину, наверное. А роль тебе кому надо? Или Кресту надо. Хуя себе, блядь. Рыло отдаю тогда. Ебой. А чё на этом пидоре интересно? Без понятия, просто пись. Глянем. Дэн, я тебе всю зеленку закиду, пыли. Ша, фа. Так, древень. Шо, блядь, железная ветвь, ёб твою мать. Серьезное название. Ну, корни, блядь, так еще хуй знает, что у него сейчас. Давай попробуем. Так, сейчас. Давай его подожжем и все, блядь. Это вот этот пидор корни кидает и все. Ну, самое такое. Я думаю, уродливое. Урни вообще, ну. Сейчас я послушаю, 20 сек. Короче, там даже, блядь, нахуй ничего не рассказывают, типа из серии, что это говно вообще, а не босс, блядь. Ну да, такой корни, я блядь, за того, блядь, сказали, нахуй, за этот, что ебанутый вот этот, блядь, и все. Я здесь... Мося, давай, подтягивай. Куда ты побежал? Не туда. Карту открой. Смотри, у тебя рыбки нету, да? Перед боссом дадим. Босса только не спустим. Я все равно сдохну, не надо никакой. Давай, поехали, это помойка. Ну это, я СС на себя дал, я выжил один раз. Понял тебя. Ну корни на ком-то. На Мосе, наверное. Да их самих можно, сам можешь убить себя. Вот. Ну чисто стану вот и немножко дамага, блядь. Залупа, короче. Три суда халявы. Ну вот этот да, кстати, это охуенно. Так, можно было бы его оставить, в принципе. Это, ну, не хард мод, конечно, но... Да толку нету, блядь. Все равно. Там же идет 3 ачивы, как на поход. На ачивы глубочайше насрать сейчас. А не на что? Надо сейчас... Не. А, ну все, тогда заранее. Тут только или хард мод, или изи мод. На некоторых боссах, типа там ходера, блядь, чем быстрее убьете, тем больше лута будет, и все. С него даже лута нет. Да ну понятно, блядь, 30 ОД и пиздец, нахуй. Штемпель, так, обходим, блядь. Все тут вдоль воды, блядь, сейчас вот этот весь трэш тоже будем пиздить. Может еще что-то лутанем кому-то, блядь. Угу.
какой-нибудь шмот эпического качества, блядь. На боссе у меня 50-ка был ДПС. Было приятно. Десяточка, блять, не скоро такой будет. Да что не скоро, но если в фулл шмоте с ульды быть будет. Так, а шо у этого ублюдка? Наверное, тоже там нихуя толкового, да? Так, у него, по-моему, луч света расхуярит. А вот это желтая зона, по всему, да? Смотрю, светлый лист, нестабильная энергия, тон-тон, противник в радиусе, 4 метра, 10 секунд. Хуй его знает, какая-то ОЕшка, короче. Ну, сейчас вайпнемся. Да, я думаю. Поймем, бля. Ну, скорее всего, на этих вайпнемся, чем на остальных. Что там, можно диспал, пожалуйста, Сочи Мороз? Заблудшая милфа, а? Сдиспельте вот эту, оно все уже. Че с них лута нихуя нету? Что за залупа, блядь? Так что мы вот этих слева ебанем на всякий случай, блядь? Ебанем. Работаем. Тебя там пропутают лево и право, что-то говоришь, да? Чё? Ну, так не, я так стоял, они с меня слева были, бля. Блядь. Я повернулся, меня не были слева. Не поспоришь, бля. Блядь, а ты чё, что-то толковое, по-моему, падает, блядь. С трэша я имею в виду, посох хороший, скрытый. О, там выпал кайф фиолетовый. О, кто? Нихуя себе, дорогая, фиолетовый упал. По мне да, сейчас. Ли, здорово. А, мне 5. С мастерством. Получение. Становится персонажем. Так, слип, где ты тут есть, блядь? Есть такой, на. Че, 25-ка будет, кса? Парень. А, будет. Будет? Че, ебашим, блядь? Знаете, подожди, подожди, блядь, шмот забрать нахуй. Знаете, я два раза тыкал, но я подобрать не мог. Уже все подобрался, что есть там. Все, блядь, все, что можно, блядь, Денису отдал нахуй. Отдал. Так, у него какая-то хуйня меня бьет, блядь. Приступлю. Че вчера? Вышли, вышли. Парь, вы втроем хилите, тут такой пиздец происходит. Да, бля, я на боссе это вообще. Сейчас хуйня будет на боссе, блядь. Не, я ну там же, когда в изи-моде делаем, все то же самое. И мобы эти будут выходить, да? Да. Вышли, вышли, вышли из, луч, из луча, с моды... Ой, этот, Владимир. Зубы кидают, блядь. Может, луча, он хилится.
Сейчас хуяк, его убили, с него волонир выпал, бля, готовый, бля, ёпарный. Я бы кипятком писался, если бы он был. Все, теперь эта курва вообще одинокая. Бля, там еще он справа, там какие-то педики, блядь. Кирилл, посмотри количество полученного урона от солнечной вспышки. Мне кажется, это знак, что нам повезет. Цифра, так, что у нее тут теперь, блядь? У нее хп не увеличится, у нее так и будет. А стаков у нее, по идее, меньше должно быть, да? Да. Сейчас глянем. Так, ставьте нет, рыбу. Жрите рыбу, блядь. А, блядь, я же рыбный пир ставлю, да? Кушать. Народ. Будет либо сток уже быстрее будет улетать, либо меньше. Я вот не помню, честно. Ну, у нее, во-первых, не будет там лишних вот этих всех увеличений урона, да, блядь, все это все хуйни. Чуть меньше бить будет. Так, что с нее падает? Интересно, что-то есть, блядь. О, заебись, там падает все. С изюмо, да, одно дерьмо. Не, грудак охуенный, ебучие глаза, блядь, говорит меткость, блядь. За секс, нахуй. Это надо, блядь, батя, нахуй. Не басы столько. Эти кольчужные наручи нужны. Короче. Каточки, да, перчатка колечко. По-любому, блядь, надо, все нахуй надо, блядь. Колечко, блядь, это в хардмоде, не смотри на правую сторону. Колечко, кольцо. Я сейчас беса в каске представил, да ебаный рот. Все были готовы, поехал, воет. Так, а ну стоим, ждем, посмотрим. Так, у нее также стаки есть. Восстанавливает 6000 хп раз в секунду, заебись, бля. Короче, она хилится, блядь, по миллиарду там, да, по 130 тысяч, блядь. Понимаю, нахуй. Поехали, работаем, вой. Дох. Йота первого надо убивать, который растет, мол. Его цветка, да? Да, его... Их одновременно надо убить, или они возродятся. Так, Асмодей, понял, блядь. Не, их убиваешь одновременно, но в основном хвост оплёт. Ну, это зеленая хуйня. Вот, бафы вот, дали, посмотри. Ну, дерево. Дерево, видите? Видите? Видите, это дерево. Она откушала. Быстрее, ага. Через дух воды уешь. Ну, больше всего хватает. Да-да, дух воды, давайте. Там что-то 12 секунд разница должна быть. Не больше 12. Красиво, красиво. Так, 30 стаков улетело. Красота, нахуй, блядь. Стоим так же. Вышли с этой хуйни, там, если как это появится, блядь. Дерево запиздили. Сразу дерево убиваем. Тихо. Танк сейчас собирает вот этих маленьких мобов. Танк один. Второй танк собирает мобов. А УЕ не бейте. Их точечно убивайте только. Думайте, так, все, стопайте клиф, нахуй. Выбираем одного и по одному убиваем. Да, не отошел. На версии кого. Отойдите оттуда, он сейчас ебанет. Теперь он не сильно бьет. Теперь просто тихо, меньше всего хп. И побыстрее, по одному, по два, сейчас еще она призовет, заебем себе. А, давай. Да, по одному, по два моба. По два моба заливайте и все. Галина. Давайте, блядь, заливайте. У нас три хила. Дерево забросил. Дим. Все нормально. Дерево запиздить, РДД. Она захиливает эти. Вот. Все, пиздец. Изи надо. Ну и все, дерево под грибы. Так, еще у него 100 стаков. Дерево, поехали. Каст не сбивается. Под грибами надо держать его. Дох. Забери моба и держи под дерево. Воет, выйди. Угу, и так далее. Для нормального, может, под гриб. Работаем по дереву, ребята. Грыло. Ага, выхожу. Веди ну, под гриб новый. Ты под гриб сразу гриб, иди, потому что сало тебе. Цветок тоже уешь? Сейчас нужно снять 30 стаков, по идее, с нее. Все, добили. Так, у нее 75, значит 25 снял. Вот залупа, блядь. Ждем в следующем, как будет фаза еще. Под грибами. Бля, у нас охуенный РЛ. Работаем.
А у них стена. Ёлка, возле босса ёлка. Пихту, ёлочка. Ебаните вот эту, блядь. И воняло нахуй. Точечно мобов бейте, точечно. Да уешь. Не надо уешать, блядь. Они не лопаются нихуя. Они лопаются? Нормально, не дамажат да. Вообще нихуя. У нас 3 хила плюс ДЦ, блядь. Все, захиль, блядь. Если их разом лопнут, да ну, блядь, разом. Ну как разом тут нахуй лопнет? У них что-то ренджа, кстати. Метров. Все нормально. 2500, короче. 55 стаков осталось. Еще две волны, блядь, и все, можно будет ее пиздить. Гим на ману поставь, пожалуйста. Ну на мне всегда этот луч ебаный, а? Объясните, пожалуйста. Ну, ману с кому-то надо. Все, 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 мы уже все залили. Под грибы прячьтесь. Я один угораю, блядь. Вышел, кто там, не ебули, блядь, выйди нахуй! Это вот, это лажерел, сука. Переводи. Дерево залили, РДД. Выйди нахуй! Я с этой хуйней ору, пиздец. По-другому не понимают нихуя, о! Там мой косяк не уходит. Клиф дали нормально, блядь. Куда он, блядь, побежал? Сюда верни. Отведи босса. Дерево, дерево, дерево. Цветок не забывайте затамаживать. У него урон, он перехера просто. Дога нормально прохуяривает. У плёточников бурсты там 12 секунд у нас есть. 6. Все, заебись. Все. Все, стаки закончились. Хуярим ее Геру дали. Ёлка. Дерево, блядь. В луже. Кстати, бекал. А, у нас это есть? Вроде она притягивает. Не, ну да. Рипл только шут. Блядь, второй танк ест. РДДшники, бейте, ёлки. Я сейчас, короче, яд намажу на ауре с хила, блядь. Блядь. Бомба, бомба. Происходит, блядь. А, это бомбы на полу понятно. Лежат, смотри. Вот ноги, смотрите, там бомбы стоят, блядь, они взрываются. Бомб выходите. Кусты вот эти, видите, сыпятся, блядь. Дерево. Дерево, блядь. Дерево РДД, ни один РДД не бьет дерево. Заебись, блядь. Ты, блядь, подойди к нему. Просто выходим тогда вот так и все. Видно. Раскинуло еще. Смотрите под ноги, да, нам бомбы кидают. Дистанция у них пиздец конечная. Вот эта хуйня, по-моему, не работала там. Вперед... Ну ладно. Дерево сзади. Блять, косты нихуя и не сбиваются. Что за залупа, блядь? Угу. Покрепо. Ты же, ну, я тебе скажу. Яд я когда намазал, он дамажиться стало лучше. Ну,
да. Я думаю, все дело в ядах. Урис хила, блядь. Дерево в воде стоит. Да тут уже 100 тысяч, я уже помню. На нахуй. Не тыкайте никто. О, Ларри, алхимик, да. Не тыкайте, говорю, никто, блядь. Благодарю вас, герой. Где, блядь, с неё эта печать, нахуй? Печать с хардмода, ты чё? Печать с хардмода. Ну, сейчас самое веселое, нахуй. Мимирон? Ну? Да там хули веселого. Это... Нихуя там, Телдрим прям готовился, берег. Нихуя там сколько, 90, да, нихуя смотрю. Вообще. Получается, а я так отдам. Первая 2Т8 гильдия. Угу. Так, ну штаны Ладомиру отдаю. А какой там портал уйдет у этого? Последний. Последний. А чё за авария у химика, что это такое вообще? Там хуйня, там... А я его не вижу, у кого есть? У меня есть. Там травы падают вроде как. Трава. Дай я возьму, чтоб я взял. Я возьму. Какие здесь ебанутые боссы. Пойдемте, я не знаю, лоскутиков. Забирай. А если вы хотите Мимирона на хардмоде убить, это... Забрал? Отсюда нет, не хотим, нет, потому не что... Не могу забрать. Починить. Забрал, нет? Нет, не могу забрать. Сейчас, распределение ответственного. Давайте на кнопку нажмем тут. А что, он не отдается, Ларри? Давай тебе на кнопку нажмем. Или нажмем на кнопку и выйдем, а ты один тут с ним поговоришь. Не могу забрать. Пробуй еще раз. Во. Что еще попробую? Нихуя не купил. Вот же поиск. Ну... Нахуя ты нажал, блядь, да, через ЕПГП, вот скажи мне, блядь. Нахуй знает. У меня все по-английски тут. Ну, начать нет, нахуй надо, и все. Хули там по-английски. Ну, не знаю, что, yes or no, блядь? А у меня такого не было. Ну, получилось, нет. У меня нету такого, у меня просто... Господи, блядь, какой нахуй ебать, сука? Не берет, значит пиздец. Ну да, алхимику надо, алхимику, блядь. Ну я алхимик. Есть алхимик, блядь. Да потому что он топорит нахуй стоит, блядь. Ты сука, я рублю сейчас стрим, ты сейчас будешь топорить тоже со мной, давай. Ты попробуй ему передать. Ответственность за добычу. Нет, нахуй нажми, не забери его, блядь, себе, сука. Нахуй ты нажимаешь, блядь, распределять лут через ЕПГП. Блядь, получилось, ебать, ты посмотри на. Нихуя себе, блядь, скиллуха, блядь. Я чё раньше так не сказал? Сейчас еще поезд, нахуй, будет 2 часа, блядь, искать, ебать, как доехать, алё, блядь. Да? 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 Тут портал, тут портал, не надо ехать. Блядь. Нахуя так жестко, пацаны? Да, походу, надо в 25-ке так же, если кто ебулит, блядь, чтоб... чтоб Кирилл регал, блядь. А вот этот Мося чисто будет подсказывать, чё кто не так, нахуй. Слышь, нихуя это, ты откуда столько, блядь, добра вытащил? Функи вот это. Да какое там добро, блядь? Огнелист, разве что? Да нет, так, нам... надо, наверное, сапроты всем припить. Ауру от огня обязательно, блядь. Если сапроты припить, еще сапроты, давай, где их возьму? Давай без них попробуем сначала, с аурой. Вот он накладно выходит. Я вот не помню, тут же один танк нужен, да? Mm-hmm. Войд. Ну да, вроде. Да, пускай Войд, этот, доктор спекается в ДД, а приста мы оставим в ДЦ, пускай, блядь, этот, щитует. Че, хардмод пробуем, да? Какой нахуй хардмод, блядь? Можно, да, какой-то минимум информации? Я вообще не видел никогда этого пацана.
первая фаза не подходи к боссу, бей босса. Вторая фаза бегай за спиной босса, когда скажут. Третья фаза бей вертолет. Четвертая фаза бей все три части. И все, блядь. А если ты милишник, отбегай во время каста, шокер фейс там будет или что-то такое. Там шоковый удар будет кастовать, блядь. Надо от него отбегать. Это раз. Потом появляется красная войд зона, как на Личе, блядь, на Келе, в Ноксрамасе. Тоже, блядь, с них выходить, соответственно. И мобов надо заливать сразу. Там бомба. Блять, опять как они заебали. Можно без мобов как-то, нахуй? Хоть одного босса здесь убить? Можно, он такой был, блядь, один. Лоскутик в десятке. Да-да-да, лоскутик. Пойдемте хотя бы кого-нибудь унизим, там, лоскутика какого-нибудь. Блять, этот, Малигос же вроде...